Добрый вечер, уважаемые игроки. Вас приветствует глава клана СССР X33Y. Сейчас я хочу вам рассказать, как удобно приобретать VIP-аккаунт и другие предметы в магазине rustopka.ru, то есть сервера rustopka.ru. Все на самом деле очень предельно просто. Нажимаем, вводим rustopka.ru, нажимаем «Войти», входим. Поскольку я здесь уже авторизирован, вам будет предложено в данном случае ввести логин и пароль от Steam. Здесь вы выводите, нажимаете клавишу «Войти», и происходит автоматическая авторизация в магазине. Сейчас он проверяет данные. Вы попадаете в свой профиль. В данном случае у меня на сегодняшний момент остался 41 рубль на счету. То есть, что можно сделать? Если вы заходите в профиль, у вас есть промокод. Здесь можно ввести дополнительный промокод на определенные скидки. Если такового не имеете, то вы пользуетесь скидками, которые в данном случае предоставляет администрация сервера. Как внести денежные средства? У меня сейчас горит 41 рубль, у вас будет гореть, если вы только вошли, 0 рублей. Нажимаете на денежные средства, и тут нам предлагает различные способы внесения денежных средств. То есть выбираем либо Kiwi, банковская карточка, WebMoney, Яндекс.Деньги, Робокасса и PayPal. Не для всех стран, скажем так, ближнего зарубежья, это что касается Евросоюза, это Латвия, Литва, Эстония и прилегающих, можно нести таким способом, например, как Kiwi или банковская карточка. Не везде карточки Евросоюза принимаются, поэтому, ребята, что я могу сказать, скорее всего, это будет либо WebMoney, либо PayPal. Разберетесь, ничего сложного. В дальнейшем хотят ввести услугу, я слышал администрация, чтобы это выработал некий биллинг, чтобы можно было еще оплачивать с помощью мобильного телефона, то есть с помощью SMS. То есть, когда вы выбираете, пополняете счет, денежные средства буквально в течение 5 минут попадают вам на счет. Что можно сделать дальше? Что мы видим? Очень интересно. То есть на первом пункте это набор строителей. Я останавливаться не буду, потому что целесообразнее, если вы покупаете VIP-аккаунт. Рекомендую, если вы хотите попробовать, это все-таки брать, ну, можно взять на 7 дней, на 14 или на 30. На один день, на самом деле, это нецелесообразно покупать. Не поймете всего этого кайфа. Значит, что касается на 7 дней, то VIP-аккаунт, как вы видите, стоит 58 рублей. Посчитать несложно, что в него входит каждый день, можно будет посмотреть аккуратно и красиво. То есть всем любимая сопля, так называемая, Kit VIP, добыча ресурсов X4. Ну, на самом деле удобно. Но я рекомендую покупать либо на 14, либо на 30 дней. Приобрели данный аккаунт, чувствуете себя комфортно, ходите, всех убиваете, не плачете, что у вас пропал калаш или что-то, потому что вы знаете, что смело, что ну, и его получится, грубо говоря, в следующий день, набрав команду в строке Kit VIP. Значит, что еще можно приобретать? Приобретать рекомендую, например, зашли вы сразу, приобретать инструменты. Ну, вот после вайпа это удобно делать, например. Что можно приобрести? Нажимаете кирка. Все предельно просто. Нажали кирку. Здесь можно либо приобрести предмет. Ну, смысл покупать 5 кирок в надежде, что вы их изучите. Конечно, 99%, что с 5 кирок стоимостью 5 рублей, заплатив 25 рублей, вы получите кирку. Но можно сделать проще. Купите рецепт кирки. Она стоит 8 рублей. Нажимаете получить. Все, опаля. Рецепт вы получили, кирку вы сразу выучили. Можете делать своим друзьям, соклановцам, кирки менять их, потому что такой инструмент в начале, после вайпа, он очень-очень сильно помогает. Также тут есть, конечно, медикаменты, можно посмотреть то же самое. Всем нажимаете шприц, не надо его покупать, предмет. Покупаем рецепт, 5 рублей, все, шприц купили, чувствуете комфортно, весь сервер снабжаете шприцами. В общем-то, наверное, для первого раза это все. В следующем видеообзоре я расскажу, что такое у VIP-ов это рыбалка. Это действительно очень забавно. Можно мясо, которое не все любят, это я утрирую, убивать дичь, браконьерить. Но вот есть товарищ Хан, он у нас стреляет и даже это не подбирает. Вот. Но там очень много падает, интересно, там ракеты, автоматы, притоповая броня, топовая броня.
я на самом деле изначально после вайпа бывал даже сам по ночам, рыбачил, ну так, ночам имеется в виду, игровым ночам, времени, которое идет на сервере. И за ночь можно, в принципе, поймать, например, Томпсон, еще что-то такое, достаточно интересные вещи вылавливаются. Пару раз мне даже доставали сишки, ракеты, гранатометы. Чаще падает Томпсон, конечно. Но это рандом, что поделать. Ладно, увидимся в следующий раз. Спасибо за внимание.